Понимаете, ну никогда ты не поймешь, что такое депрессия. Я вот мне сколько раз приходилось объяснять родственникам человека, страдающего каким-то психическим расстройством, зачастую очень серьезным, что он страдает, и он не дурака валяет, вот он не ленится там или еще что-то, да, потому что если ты, у тебя нету опыта такого, да, каких-то психических или больших психологических проблем или психических расстройств там и так далее, некоторым сложно понять. И когда близкие люди тебя не понимают, тебе без того хреново, а тут еще они тебя не понимают. Вот это совсем тоска, конечно. Поэтому находить людей, которые способны понять, но которые, не понимая, помогают, не можешь понять так, что ух, вот, да, то это вот как раз и наша задача.